Летние каникулы – отличное время, чтобы привести барнаульские образовательные учреждения в порядок. Насколько хорошо это удалось сделать, проверяет специальная комиссия с 24 июля. Сегодня последний день ее работы по приемке школ, и проходит он в 131-й гимназии. Здесь провели комплексное обновление помещений, включая актовый зал. Сделали специальный уголок для учеников. Знаете, творческие проекты. Участие в конкурсе, здесь будет совет учащихся, здесь будет совет актив нашей первичной организации Российского движения детей и молодежи. Направлений очень много. И я думаю, что он не будет пустовать, этот штаб наш. Здесь есть все для реализации творческих задумок. Оборудование для создания медиаконтента о школе, специализированная литература, а также интерактивные игры, которые помогают лучше узнать Алтайский край. Мы для них мастер-классы проводим. Сюда их вот прям я жду. Есть и идеи по улучшению работы школьных кружков и музея. Костюмы в стиле манеризма. Вот эту коллекцию мы будем создавать в этом году. Есть и нововведения, которые, к слову, коснулись не только этой, а всех школ краевой столицы. В 2023 году на территории города Барнаула в общеобразовательных учреждениях будут реализованы мероприятия по созданию интерактивных комнат, где будут тщательно изучаться видеофильмы и также будут рассматриваться агитационные материалы по линии безопасности дорожного движения. Помимо общих условий, комиссия проверила пожарную сигнализацию и техническое оснащение школы на предмет безопасности учащихся, камеры, турникеты. По итогам осмотра 84 школ проблем не возникло. Недочеты, которые бы вызвали не получение акта готовности к учебному году, таких серьезных замечаний не было. Замечания, которые комиссия выявляла, связаны с тем, что где-то необходимо еще чуть подкрасить, где-то что-то подремонтировать, но это никак не влияет на то, что школа откроется к 1 сентября. Комиссии осталось осмотреть лишь 3 школы, где сейчас завершают капитальный ремонт. Уже проверено больше 250 объектов, в числе которых учреждения доп. Образования и детские садики. На территории Ленинского района 32 детских сада. Все они готовы к началу учебного года, начиная от благоустройства территории и завершая уже внутренним содержанием. Достаточно большое накопление игрового материала, очень много укомплектовано и учебно-методической литературы для самих воспитателей. Всего в этом году на ремонт одних только школ из городского бюджета было выделено порядка 112 миллионов рублей. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.